Доброго времени суток, это шахматный камбэк. И вот бабам, стартовая позиция. И приехали. Соперник 1818. А все шанс. То есть это, кстати, примерно средний уровень нашей группы. Это, кстати, примерно средний уровень нашей группы 1818. Не стоило об этом говорить. Почему? Сейчас люди нашей группы обидятся. Подумал, что я с ними так же буду играть, а это неправда. Я очень уважаю всех людей в нашей группе. 2-0. Отлично. Итак, мы без ферзя за фигуру. Да. И все. Никакой компенсации. Да. Но... мы даем шах. Мы даем шах. От шаха еще никто не умирал, если не пойти ферзь Е6. Ну тут во все тяжкие. По-моему, матом пахнет, нет? Да нет, не мат. Ну, Д4 на перспективу. Ну я коня тогда возьму. Давайте уже этот шах. И G3 ходить? Нет, сюда. И тимат давать еще один. Так, вот мы выиграли. Что, две фигуры? Уже две. К 13-му ходу к 2, то есть где-то к 21-му должно быть уже 3 фигуры за ферзя. Нет, да, что 3 будет на следующем ходу. Ну хорошо. Итак. Три фигуры. Правда, конечно, в черном теперь хорошая позиция. Но три фигуры. Да. Ну, кстати, это равномерно, нет? Мне кажется, что тут уже все понятно. F4? Да. Сам бог велел. Король чувствует себя на G6 очень уютно. Безусловно. Говорит, король говорит, пункт G6 мой дом родной. Защищаем коня. Плохая защита. Лучше, чем никакая. Даем шах. Теперь на коне f5 слон e4. Нет. Но коне f5 не сыгран. Ну, король выглядит подозрительно. Стоп, может быть g4 проверить? g4 и ладья f4? Давай так. И потом конь g3. Где-то тут же мат должен быть. Да. То есть, он ферзя скидывает сейчас, да? Пусть скидывает, у нас лишний материал. На 23-м ходу ты обещал нам 3 фигуры за ферзя. В итоге на 23-м ходу мы дадим мат, по-моему. Как раз на 23-м. Так что ты немножко не угадал. Не, партия получилась убедительного качества. Ты согласен? Да. Ну и в этом же ролике мы запишем... Нет, этот ролик будет... такого сочетания. Пока нажмем на паузу, будем ждать, пока наш соперник не сдастся. Да, собственно, да. Сдался. Пришло, можно не нажимать. Ну, покажем еще раз начальную позицию. Как-то... как-то так. Да, и следующий ролик будет у нас гамбит паникер. Всем спасибо за внимание.